первый день предзаписи для шоу Джимми Фэллона. «Хоум» будет исполнено в очаровательно украшенном доме. Мы здесь, чтобы исполнить «Хоум». Мы давно не выступали с «Хоум». Мы дома. В отличном доме. Мы будем снимать песню «Хоум». «Хоум», да. Свет включился, как только я это сказал. Мы будем снимать «Хоум». Мы покажем наше выступление с «Хоум». Здравствуйте. Мемберы будут внутри комнаты, которая будет вращаться. Она на самом деле вращается? Да. Поэтому мы будем крутить медленно. А вы можете просто двигаться и играть так, будто вы на горке. Вау, эти декорации крутятся? Да. Мы наконец-то сделали это. Я всегда хотела попробовать. Я никогда не делала такого. Правда? Да. Было бы неплохо, если бы вы делали веселые перформансы, пока мы медленно вращаем. Я хочу попробовать. Ты никогда не делала такого раньше, Джи Хоуп. Джин, ты пробовал? Для шоу Джимми Фэллона мы должны исполнить несколько песен. Сегодня мы здесь, чтобы исполнить нашу песню «Хоум». Я в пижаме, и каждый мембер одет по-разному. Концепция съемки – мы слоняемся и представляем, что мы дома. Я думаю, что будет весело. Надеюсь, нашим фанатам понравится. Мы начинаем. Начнем. Вперед. Посмотрим, как хорошо ты выступишь. Отличная работа. Ладно, может, пойдем дальше? Круто. Думаю, нам стоит зайти внутрь. Да, почему бы и нет? Мы здесь, чтобы исполнить «Хоум» для шоу Джимми Фэллона. И у меня не было съемок с тех пор, как они начались. Я просто жду своей очереди. Чонгук и Чимин войдут внутрь после того, как комната перестанет вращаться. Окей, в стиральную машину, давайте. Хотите посмотреть, как она вращается? Можете покрутить? Да, давайте репетировать. Хорошо, попробуем. Мы можем так и остаться, конечно. Просто веселитесь. Она начнет крутиться вот так. Это станет полом, верно? Было бы смешно, если бы все пошло наоборот. Вы можете встать, естественно. Медленно, медленно. Отлично выглядит. Как мне зайти? Ты стоишь. Джин. Очень смешно. О, подождите. Помедленнее, помедленнее, пожалуйста. Это фильм «Начало». Отлично. И остановимся на этом. Ладно, вот так все и начнется. Ты не можешь так уйти. Играя внутри декорации по мере привыкания. Сейчас может случиться, Тэхён. Идти по лестнице, глядя в камеру, труднее, чем я думал. Почему? Ты же можешь. Ты можешь пройти немного, а затем остановиться, чтобы посмотреть в камеру, а потом пойти и остановиться. Ты Джи-Хоп, ты можешь сделать Джи-Хоп это. Джи-Хоп может все. Все на это опираются. Как чучело. Выглядит так плохо. Мы должны сделать все круто. Что-то вроде... Это сложно сделать, не глядя. Но они хорошо справились. Да, они молодцы. Их стоило научить. Он собирается так сделать. Следите за Инги, он собирается сделать ха. Мы исполнили «Хоум». Тизер закончился, ребята. Итак, у нас «Айдол»,
«Динамит» и «Black Swan», а также «Микрокосмос». Всего 5 песен. «Home», сигнализирующая о начале нашего большого путешествия, закончилась. В любом случае, мы чувствуем себя хорошо, наш результат выглядит отлично. Завтра у нас «Айдол», верно? Давайте вместе скажем «Fighting» для завтрашней съемки. Раз, два, три. Давайте оставим уборку Чимину. Съемки «Айдол» в ханбоке на специальной площадке. Мы во дворце Кёнбокун. Будем снимать «Айдол». Я бывал здесь раньше, и я очень нервничаю. Думаю, на экране все будет отлично смотреться. Это знаменательный день. Я взволнован съемкой, потому что она будет выглядеть потрясающе. Прошло много времени с тех пор, как мы выступали с «Айдол», так что мы немного потренировались. О, вот как все будет. Сейчас работает? Да, работает. Да, я четко слышу. Хорошо. Наконец-то мы сможем исполнить «Айдол» здесь. Дворец Кёнбокун. Выглядит потрясающе. Я приехал сюда не на экскурсию, а в совершенно другое место, в Чонджу. Напоминает мне о прошлом, и это удивительно. Мы выступаем во дворце Кёнбокун. Почему так много камер? Это часть Чунгука, когда он говорит «Тугудугу». Чунгук, что там с частью «Тугудугу»? Сначала мы собираемся вместе, делаем движение на «Тугудугу», а затем двигаемся к центру. Выходим ли мы, делая этот шаг? Я тоже так делаю на своем месте. Да. Обмен мнениями с мемберами и режиссером перед репетицией. Давайте прокатим камеру. Как я это делал? Ноги меня не держат. Красиво, очень красиво. Какой цвет сзади? Разве это не я тебя фиолетовлю? Я чуть не упала в обморок. Это хореография? Смотри, сзади ты на грани обморока. Я терял сознание. Такое ощущение, что мои ноги вот-вот лопнут. У меня болят икры, так как мы продолжаем двигать бедрами и икрами. Я попытался задержать дыхание, когда сел, но не смог. Можете подождать секунду, да? Извините. Вперед. Работайте, хорошо? Файтин. Мама! Папа! Король Седжон Великий! Мы заняли первое место. Вау! Мы возглавляли билборд 2 недели подряд. Мы только что услышали эту новость. Серьезно. У меня отличное настроение. Вау! Первое место 2 недели — это довольно круто. Эй, хоба! Что? Неужели это происходит на самом деле? Я не поверю, пока сам не увижу чарт. Мне нужен скриншот. Это может быть разница всего в 100 очков. Мы не должны поднимать шумиху по этому поводу. Мы должны собраться в центре в конце. Может, станем здесь, когда все начнется? Нет, будет лучше, если мы разойдемся в конце. Когда я увидел издалека, мы могли бы выстроиться в линию внутри каждой колонны. Счастливого Нового года! Мы первые, кто что-то снимает в Кёнхэру и Кинджонджон. Мы должны... С этого момента мы должны быть молодцами, серьезно.
Мое сердце скачет. Нет, это Кэмпбелл Кун. Это не они? Страшное шоу о призраках. Покажи нам, как это делается. О, эти 7 человек, BTS. Это BTS. Работает. Ну, разве не мило? У нас новый микрофон, разве они не восхитительны? Мы снова написали историю, ребята. Дворец Кэмпбелл-Кун. Кто бы мог подумать, что мы здесь выступим? Мы слышали, что мы первые арендуем и выступаем в Кэнхару и Кэнджонжон. Это честь. Мы посетили это место давным-давно. Мы приехали сюда на мероприятие, правда? У нас прекрасное культурное наследие. Конечно. А дворец Кэнбукун лучший среди них. У нас динамиты и что еще? Мы должны снять Black Swan тоже. Наше будущее, наши выступления будут продолжаться. Раз, два, три, пока. Если я считаю, вы, ребята, должны сказать. Раз, два, три, пока. Театр одного актера. Наконец, последняя съемка для шоу Джимми Фэллона. Интересные декорации, очень красивые. Но жарковато. Сейчас умру. Мороженое вкусное? Я собираюсь съесть его после съемки. Начинается съемка интро «Динамит». Снято? Отлично, давайте перейдем к следующей сцене. У меня мозги замерзли. Я не шучу. Серьезно, прошло 20 лет. Время катания на роликах после окончания съемок. Я немного крут. Джин, посмотри на себя. Джин, ты только посмотри. Что, ребята, вы все такие молодцы? Джин крутой. Думаю, что Джин и Намджун лучшие из всех нас. Декорации Black Swan, которые дополнят их выступление на шоу Джимми Фэллона. Мои волосы в промежуточной стадии, так что я обычно их завязываю. Обычно я не завязываю волосы на сцене, но сегодня наоборот, потому что подумал, что песня, которую мы будем исполнять, соответствует прическе. Это наша последняя съемка. Декорации прекрасны. Да, здравствуйте. Мы здесь для съемок Black Swan. Мы здесь для Джимми Фэллона. Да, здравствуйте. Рад встрече. Где же мы? Намьянджу. Мы в Намьянджу. Это The Tonight Show. Съемочная площадка Black Swan. Так и есть. Это наши последние съемки. Последние съемки. Да, последние съемки. Ага. Пожалуйста, с нетерпением ждите. Да, спасибо. Спасибо, спасибо.
проверка позиций имеет важное значение. Я проверял позиции сбоку. Я подумал, что если ошибусь, Хобби посмотрит на меня такими глазами. После части должно быть... Но он сделал... BTS старались изо всех сил с улыбкой до самого конца. Итак, мы закончили все съемки для шоу Джимми Фэллона. 5 выступлений. В 5 выступлениях мы показали разные стороны. Мы снимали Динамит, Black Swan, да, и Айдол во дворце Кенбокун. Мы также сняли Home, а еще комедийный скетч, да. Я верю, что нашим фанатам понравится. Оставайтесь с нами на шоу Джимми Фэллона. Сколько дней мы провели на съемках? 3-4 дня. Около 4. 3-4 дня мы усердно работали, чтобы нашим армии понравилось. Пожалуйста, с нетерпением ждите, и мы любим вас. Пожалуйста, смотрите, наслаждайтесь. Мы также благодарим вас за вершину чарта в течение 2 недель подряд. Спасибо! Конец съемок шоу Джимми Фэллона BTS 2020.